Минимализм и реалистичность. Памятник легендарной личности прошлого столетия Константину Головкину готов. Самарский купец, краевед, меценат, художник, фотограф. Он был многогранной личностью. Это и легло в основу идеи для изготовления скульптуры, которая скоро предстанет перед самарцами. Сама фигура, личность Головкина, она предопределила как бы такой больший творческий разброс. При всех иных качествах совершенно другой образ. Это образ такой более легендарный, что ли, какой-то такой неожиданный, разноплановый. Здесь что только не вспоминалось. И яхты, и велосипеды, и гоночные машины, и его деятельность музейная. То есть диапазон очень широкий, необычный человек. Памятник создал скульптор из Москвы с самарскими корнями Николай Жуков. Мастера выбрали по результатам конкурса. Несколько десятков готовых моделей было представлено на суд компетентного жюри, в которое вошли лучшие представители экспертного сообщества страны. Проводили и народное голосование. Очень важно, чтобы сегодняшнее поколение и жителей Самарского региона, и гостей знали, помнили этого яркого, самобытного человека, которого не без основания именовали Самарским Леонардо. И знаете, невозможно развитие, будущее без прошлого. Нельзя смотреть вперед, не помня, что осталось у тебя за спиной. Памятник установят на Ленинградской, неподалеку от дома, где проживал купец. Произойдет это 17 декабря, в день рождения Константина Головкина. Мария Левина, Максим Гусев. События.